который был практически у истоков обнинской ноты, который познакомил обнинскую ноту и познакомил с обнинской нотой многих своих друзей, и мы между собой тоже все подружились. Это лауреат всероссийских международных фестивалей Анатолий Шенберг. Добрый вечер всем. Замечательный фестиваль. Вы знаете, самое яркое отличие от множества других фестивалей авторской песни, что он такой мультиформатный, и получается, что все жанры, поджанры, подвиды, подклассы, все умудряются выходить как бы одновременно. На многих фестивалях это по-разному, то есть, скажем, там классика жанра — это одна сцена, да, рок — это немножко другая сцена, а здесь это все в одном, да, три, как говорится, три в одном, вот, и очень много на Обнинском фестивале молодежи. Это заслуга организаторов фестиваля. Давайте похлопаем, потому что на протяжении огромного количества лет они держат марку очень-очень высоко, и конкурсная часть, и организационная часть здесь на очень высоком уровне. Гитарку чуть-чуть погромче, микрофон, пожалуйста. Не выдаст Бог, свинья
звонарь, залей закадык, но Божий колокол тяни за язык. Тяни, пока послушно плоть, авось и нас тобой помянет Господь, а не моя ли в том вина, что брат твой выстрелил меня. Над землей расцветает косы заря, сердце кровит. Не стреляй, только не стреляй.